Приветствую всех на моем канале, и сегодня я хочу вам показать, как делать из моих любимых лепесточков, как я уже говорила, вот такие вот резиночки. Вот такую будем делать. Я сделала в двух вариантах, одну такую более детскую, с такой серединкой, более такую веселую, красочную, а другую уже более такую школьную, я так понимаю, что можно школу такую даже где-то одеть. Вот. Так, ну что? Что нам для этого надо? Итак, я брала фетровую основу в диаметре 4 сантиметра. Я уже все подготовила, резиночку, как обычно. Так, что нам еще понадобится? Нам понадобится органза. У меня она такая вот интересная, с ленточкой атласной по краям. Я брала 30 сантиметров. Сразу же мы что будем с ней делать? Мы ее скрепим зажигалкой. Хорошо, чтобы нигде не было, проверить все, чтобы нигде не было никаких прорывов. Так, дальше, что нам нужно еще? Мои любимые лепесточки, которые я приготовила заранее. Сейчас я на одном покажу вам, как их делать. Напомню. Так, 6 брала лепесточков из отрезков ленты 6 сантиметров и 6 из отрезков 7 сантиметров. Ширина ленточек по 2,5 сантиметра. Здесь делаем такие лепесточки, отрезки берем 6 сантиметров, а здесь отрезки 7 сантиметров. То есть первые 2 ряда у нас получится. Так, загибаем нашу ленточку, делаем домик. Края я немножечко подпаяю, чтобы было удобнее работать. Так, дальше мы берем пинцет, сложим его по серединочке, загибаем наши края вниз. Затем я держу пинцетом и опускаю вот эти вот, вернее, поднимаю вот эти вот края наши нижние вверх. Получается наш лепесточек. Подровняйте, чтобы он был ровненький. Так. И кончики подпаиваем зажигалкой. Все, наш лепесточек готов. Что мы делаем с вами дальше? Дальше нам нужна иголочка с ниткой. И будем работать с органзой. Так, берем нашу органзу. Берем нашу иголочку с ниткой. Так, и начинаем по краю сшивать нашу ленточку. Так. Так, сшиваем
до самого конца. Так. Так, сшили, и что мы делаем дальше? Мы берем приблизительно как бы на фетру, растягиваем на фетровую основу, чтобы вместилось у нас. Вот, ну, в принципе, сшиваем. Итак, ну вот, что у нас получилось. Такой вот кружочек. Теперь нам нужно наклеить его на фетр, на фетровую основку. Берем наш клей-пистолет и понемножечку начинаем приклеивать. У кого-то может получается сразу приклеить. У меня, например, нет, поэтому я лучше начну с маленьких отрезков. Так как я еще не совсем профессионально это все делаю. Органза, как это интересно, мне такая не попадалась еще, она такая мягкая-мягкая. Те более жесткие в прошлых видео, которые я использовала, а это очень такая нежная, мягкая. Так, вот, что у нас должно получиться. Наклеили на резиночку нашу органзу. Дальше мы будем склеивать наши цветочки. Два наших цветочка. Так, листочки я, может быть, кто-то склеивает сразу же на основку, а я между собой. Мне так надежнее. Склеиваем листочки между собой. Наши лепесточки, вернее. Склеиваем между собой каждый. Тот и тот цветочек. Итак, наш первый цветочек готов. Теперь я приступаю ко второму цветочку. Точно таким же способом склеиваю оставшиеся лепесточки. Наш последний лепесточек. Выравниваем наш цветочек, чтобы он ровненький получился. Так, два цветочка у нас готовы. Тот, где ленточки 6 миллиметров, сантиметров, и тот, где 7 сантиметров. Теперь я буду наклеивать меньше цветочек на больше, таким образом, чтобы лепесточки были один между другим. Наносим хорошо клей. И приклеиваем. Выправляем его, естественно. Так, наклеили. Теперь нам нужно наклеить на наш основку этот цветочек. Так, нанесли хорошо клей. Приклеиваем.
Будьте осторожны с клеем. Он горячий. Так. Все. Осталось пару нюансиков. Это серединка наша. Так. И я в прошлый раз заказала проволочку с ручной работой, и я тоже ее сюда приклею. Я, конечно, видела ленточки, но у нас в Беларуси такого нет. Будет возможность, конечно, сделаю обязательно себе заказ на Украине и приобрету такую ленточку. Пока у меня только проволочка. Вот наша резиночка готова. Наши две красавицы. Покажу еще в таком сочном цвете. Вот. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!